Здравствуйте, 24 февраля 2022 года, 6 часов 27 минут утра. Я перед этим выходил из дому во двор, и слышно было со стороны Беларуси, точнее сказать, грохот пушек и взрывающихся снарядов. Сейчас тишина. На гром это не было похоже. Фотоаппарат чуть-чуть осветляет небо. На самом деле чуть-чуть темнее, чем есть на самом деле. Судя по всему, Россия со стороны Белоруссии и российско-украинской границы войной напала на Украину. Сейчас перестало слышно эти отдаленные взрывы. Тихо. Гавкают собаки. Разговор соседей. Так что запросто можно ждать в течение нескольких часов появления здесь и танков даже. Вот так вот жизнь происходит. Из-за сумасшествия одного человека, карлика Пу, который в бункере сидит, и шизофрения у него в голове, весь мозг сожрала, происходят вот такие события. Из-за безумия одного человека может начаться война между соседними государствами, при том, что ни российское население, ни украинское население войны абсолютно не хочет. Сейчас мороз несколько градусов. Бегают коты по траве замерзшей. И слышно шуршание лап и замерзшей травы. Вот коты тут бегают. Эта кошка у меня ночью спала в доме, попросилась на улицу. Я ее выпустил и услышал как раз вот эти вот взрывы и грохот. Сейчас затихло, но буквально несколько минут назад грохотало довольно интенсивно. Это, конечно, не гром, потому что в такую пору года гром такой не бывает. И таких раскатов грома друг за другом и с разных мест трудно ожидать. Погода пасмурная, облачная, но не грозовая. Дождя нет, холодно. Это явно были взрывы снарядов. Так что запросто можно тут ожидать прибытия танков и по дорогам, и в связи с тем, что земля подмерзла, и по грунтовым дорогам, помимо асфальта.
Вот слышно, сейчас грохот был со стороны белорусской границы. Но тише, чем до того, как я сходил за фотоаппаратом. Соседи говорят, что всю ночь вон по улице там ходят и между собой говорят, что всю ночь грохотало. Это явно идет обстрел со стороны Белоруссии и российско-белорусской границы. Идет обстрел территории Украины. Вот грохот пошел. Это не гром. Местная алкашня тут ходит и посмеивается. Забыли, как в погребах сидели во время войны, Второй мировой, и мерзлую картошку жрали. И боялись голову высунуть из погреба. А сейчас хихихаха. Ну, потому что алкашня, потому что тупые бабы. Безмозглые. Бабы при любой власти приживутся. Идет обстрел территории Украины. Приблизительно 60 километров до границы с Белоруссией и с Россией. Через огромный лес вот этот грохот снарядов слышен здесь, на пасеке. Это со стороны, похоже, все-таки Белоруссии нападение происходит. Потому что оттуда звук идет. Вот такие нерадостные новости. Сосед вышел, говно вынес свое на огород. Ховря младший, ворюга и паскуда. Все, заканчиваю запись. До свидания. Всего хорошего, удачи вам и мира.